Привет, мой камрад. Лес. Тайник штурмана мы уже разобрали. В этом видео я хочу поговорить немного о другом. Обрати внимание на каменную времянку, где можно найти фиолетовую карточку, и деревянные, там, где попадаются самогоны и всякие вкусности. О них мы тоже говорить не будем, потому что это было сделано еще в прошлом сезоне, да и самогона стало гораздо меньше. Сейчас же речь пойдет об ангаре, где порой попадается уникальный лут. Но так как материала было скоплено недостаточно, также мы вспомним про дом лесника, или как его называет обнимашка, банькой. Меня это название шокировало. Также заглянем в ЗБшку, бункер, где раньше щедро фармились магазины на 60 патронов для калаша. И не только. Для входа потребуется ключ от бункера. И, конечно же, он создан для того, чтобы здесь выходить, если фаер горит, как в данном случае. Несколько моментов с лагерем юсеков, где частенько попадаются как ценные модули, так и ключ от берега, боеприпасы. Это круто. Поэтому подписывайтесь, переходите и смотрите стримы. Много всего полезного узнаете, я уверен. Ну вот тебе живой, не офлайновый пример. Обязательно заглядывай по пути. Здесь есть чем поживиться. О, то, что ПНВ можно найти, я не знал. Обычно модули. Оружейные части. Я понял. В этом рейде мы коллекционируем глушителя. Ну а ангар не только хорошее укрытие, но и место с ценным и интересным лутом. Как мы говорили ранее. Это такая камера такая здоровая. Вы видели камеру? Вот такую. На Кибе висит. Александр Ковальчук, он же Киба. Главный по анимации. Помню, в эту каменную избушку забираться я не планировал, но... Один раз можно. Ведь обрати внимание, что лежит на кровати. Меня снимают. И даже не скрытой камерой. Неожиданный лут. Ну и, собственно, ангар. Тут, к сожалению, с освещением беда. А я записывал некоторые из футажей с низким битрейтом. Из-за этого приходится подсветить. Ну, теперь, когда ты разобрался с тем, о чем это видео, в случае его полезности и интересности для тебя, предлагаю продолжить просмотр. Видите, нет самогона. Можно нажать за башки этот раз. Ух ты, фильтр. И, возможно, все, да? А, нет, еще целье. Рулет не очень интересно. Что-то проблемы с ботами. Думал пикнуть каску, потом передумал пикнуть каску, в итоге акул нашел и обрадовался. Вот он! Можно? Дек традиционная. Как он там воюет? Неплохо, да? Компас. Мелочи, приятно. О! Трещотка, тут первый раз нахожу. О! Камера. Компас.
Еще ЦМС-ка. Теперь в другом. Интересно. Теперь СВД тоже не глушенный и стреляет в другой стороне. Магазинов нет. Гуметин есть. Морфин есть. РС патроны не очень. Удобно. Зачем мы тебя скинули? Тебя оставим. Вот раньше по 4... Магазин на 60 выносил. А мне, дай бог, один найти за радость. Как говорится, и то не всегда. Тысяч 8 стоит. Из хорошего в этом рейде. Магазин на 60 не завезли. Прям так себе. Может, с таймингами угадать будет сложно. Зато еды хватает. А где лут? Что это за фигня такая мелкая? И машинки. Сгущенка. Наверное, они должны стать ниже с выходом нового поколения. Но опять же, не факт, потому что для апгрейда нужно будет менять и материнку. Память вроде как не обязательно. Слева лежит и... оставить. Не густо в этот раз. Белку загадку. Ага. Нет, вроде не лутано. Водичку бы выпить. Сникерсы, водичка. Чудовников. На все случаи жизни. Ауч. Лучше б не прыгал. Прикиньте, даже не залутали. Вот это я хочу взять. В принципе, вот забью. Еще тайник тут подлутать можно. Вот тебе ПНВшка за 160 тысяч. Эта штука 10-15. Водичка 15. Если куда. Не лутано. Ура! В этом сезоне самогонка не попадается, но зато ПНВ часто. Еды нет. А вот прикольная. Так. Ну, давайте я буду немножко умничать про карту лес. А если у вас есть конструктивная критика или дополнение к сказанному,
пожалуйста, не стесняйтесь. Тут уже побывали, да? Хотя нет. Странно. Обычно и снаружи еда лежит. В этот раз нет. Я сейчас занят, я кушать собираюсь. До свидания, всего хорошего. А какая еще любопытная статистика тебе интересна?